Жают, хотят мясо. Давай. Сейчас малую уже. А сейчас он уже это отрезает. А что ты так пошла? Ты так и перерубишь? Да, перерубил. Чего ты стоишь? Вот умничек, а. Давай еще вон, переднюю давай еще дадим. Давай. Кость, дай еще пакет, да? А это вот этот, Юр, сюда. Юр, ты поди возьми. Один в один положи. А? Ты нахуй, что не надо, хватит одну, вот так. Вот, братвы, передашь. Чего же он там бедный в камере сидит? Снимаешь? Да. Ну, все видели, да? Да. Видно, да. Хорошо? Да. Позвоночник в хрестце. Вы видите, все. И по салу, как он показывает, рез какой, да? Вот, после того, как кость перерубил. Нарезочку делаем. Это. Ну, а тут я это не покажу. Это в доме надо разделять. Во. Серега, я бы тебе вот это все бы отдал бы. Приезжай. Глянь, какое мясо, а? Экологически чистое, все. Видите шар пополам? Это не просто, это круче рога даже. Вот он, шар пополам. О. А те ножи, которые производитель сказал, что нельзя в коем случае, он правильно сказал, нельзя им этого было делать. Давайте еще попробуем крестец, чтобы такой четкий тест-драйв. Ну да, я запиши мой номер. Телеграм есть? Нет, другой. Телеграм есть? Ну все видят, да? Звук слышит. Видит, да?